Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас очередной концерт нашего проекта замечательного «Южный квартирник». Мы находимся в гастробаре «Шелби». И на сцене сегодня у нас замечательная певица Кристина Булатова. Кристин, добрый вечер. Добрый вечер. Необычный у нас сегодня будет концерт, потому что обычно у нас здесь стоят какие-то исполнители, ну, группа, соответственно, тут барабаны, там басисты где-то обычно прячут там в уголке сцены. Ну, будем так честно скажем, да, работаем сегодня с минусом, но голос живой. Кристина, как мы все видим, живая воплоти, да. И сегодня будет, ну, такой, я думаю, очень милый концерт. Не роковый, скажем так, попсу будем сегодня слушать, но попсу очень качественную, хорошую. Я думаю, что всем понравится. Давай начнем, ну, представим тебя для начала. Что могу сказать? Вот Кристину, я, когда мы с ней впервые познакомились только, да, была достаточно юморная такая ситуация. Мы ее попросили голосом побыть не своим, да, а озвучить нам до 1 апреля там одну девочку, такую известную. Интересную. Скажем, интересную, да, для того, чтобы разыграть одного нашего знакомого депутата в прямом эфире. Что, собственно, у нас и получилось. Кристина замечательно справилась. Вот, но... Тем не менее, голос-то прекрасный и голос разноплановый. Ты мне скажи, вот у тебя основное направление какое твое вокальное? Эстрадная песня? Да, эстрадная песня, авторская песня. Песни ты пишешь сама или тебе дяденька-продюсер приносит готовый музыкальный материал, тексты? Сама все пишу. И тексты, и музыку, все сама. Ну, все своей головушкой. Так, а записываешься где? Ну, получается, я работаю с двумя парнями. Один мне помогает делать аранжировку, это Иван Бражук. И второй парень, это Рома Монакин, у него студия Соломона. Угу. Там мы записываем все песни. Давай какую-нибудь для начала, для затравочки запустим. Сейчас песенку послушаем, а потом продолжим наш разговор. Хорошо. Я прошу, дай мне знак в тишине ночей. Знаю, нас не догнать в городе огней. Мы с тобой тут вдвоем, замер мир вокруг. Только я, только ты. Yeah.
Давай сначала с самого начнем. У тебя образование музыкальное ведь есть? Конечно. Это же прям слышно. Конечно. Где училась, какую музыкалку заканчивала и как дальше потом тебя вот развивало это все по жизни? Как дальше меня занесло куда? Ну, на самом деле, у меня очень много образований различных. Изначально в детстве мы с братом ходили в кружок в ДК у нас в Корсакове, вот, вокальный. Оттуда все пошло. После этого я поступила в театральный колледж в Южно-Сахалинске. Я закончила там музыкальное отделение, артист музыкального театра. Вот. После этого я поступила в Екатеринбургский государственный театральный институт. Там я закончила, у меня было две специальности: артист драматического театра и кино и телеведущий. Вот. После этого еще я училась и в Сахалинском колледже искусств, там на менеджмент, чтобы кружками своими руководить. Училась также дистанционно в Московском институте на педагога по эстрадному вокалу. Вот. И сейчас на данный момент я обучаюсь в Академии Ларисы Долиной. О, ну об этой теме мы отдельно еще поговорим. То есть ты петь хотела, получается, с детства? Или у тебя мечта была все-таки быть актрисой? Как? Ничего не понятно. Мне кажется, я вообще... Просто творческая натура. Я не выбирала этот путь. Ну, так случилось. Родители отвели нас, мне было 8 лет, они отвели нас в ДК в Корсакове. Ну, вот будете петь. Ну, хорошо. А там так случилось, что мы и пели, и танцевали, и играли в каких-то театрализованных представлениях. В общем, я с самого детства в этом верчусь, и, ну, наверное, я не представляю даже, что... А тебе кто сказал, что ты можешь быть певицей? Педагог твой первый, да? Нет, вы знаете, мне очень часто говорили, что это не твое, девочка. Да ладно? Да, и, в общем, учитывая, что я там с 8 лет занималась вокалом, первый вокальный конкурс я выиграла, когда мне было 17 лет. Ну, то есть это такой достаточно очень большой путь был. Я уже училась в колледже на музыкальном отделении, и уже вот после вот этого обучения вроде что-то там начало появляться. Вот. Но вообще я училась, когда в колледже, здесь в Южно-Сахалинске, я училась на академический вокал. Вот. Но как бы вот всегда у меня так складывалось, что эстрадная песня, она со мной всю жизнь. А все остальное, какие-то ответвления, это, ну как, можно сказать, мое развитие. Угу. Наверное, так. Ну а песни ты начала сочинять уже, наверное, совсем в юном возрасте? Ну, я начала сочинять в юном возрасте, 16 лет мне было. Ага. Вот, я что-то какие-то попытки у меня были под гитару, я что-то сидела, делала. Но опять-таки мне такие говорят мои друзья, ну, что-то не твое, наверное. Вот, и тогда такой, наверное, возраст был, я подумала, ну, наверное, правда не мое. Вот, и спустя лет 10 я подумала, да что я, в смысле, не мое? То есть мне уже было там 20 с лишним лет. Вот, и я думаю, да, начну писать. Ну и начала, и все как-то пошло. И сейчас как-то пошло, мне это нравится. Пошло и поехало. Да и нам нравятся замечательные песни. Давай послушаем еще одну. Хорошо. Остановить этих мыслей поток я не в силах, я просила, дай мне спокойствие, только глоток. Снова в чувствах заносила, что мы хотим сказать не можем, и сами лезем себе под кожу.
вспоминай никогда. Внутри меня раскрываются города. Сотри меня и не вспоминай никогда. Внутри меня раскрываются города. Сотри меня и не вспоминай. Замечательно, замечательная песня, Кристина. Скажи, ты вот в первом классе, когда в качестве микрофона там девочки расческу используют и в зеркало поют, что исполняла? Я даже сейчас, наверное, не вспомню. Хорошо, давай прокрутим дальше. Под гитару первую песню, когда сочиняла, на кого ориентировалась? Сочиняла, когда на кого ориентировалась? Да. Ну, я не знаю, я думаю, что это какая-то попса была 100%. Ну, там, то не есть... знаю, я хочу петь как Мадонна, там, я хочу петь как Кристина Агилера. Нет, я росла не на зарубежной эстраде, а скорее на русской, может быть, что-то, какая-нибудь София Ротару. Ну, Жасмин мне нравилась, я помню. Алсу какая-нибудь. Ага. Да, играла. Вот, песню я играла Алсу на гитаре. Да-да. Кто это выдумал чего-то там, та-та-ра-та. Ага. Вот. А, ну это где Маковецкий в клип снимался. Помню. Да, был такой. Ну, Цоя, все учились на Цое, на гитаре. Я ходила в кружок на гитаре играть, училась. За 100 рублей занятие. Вот. И, в общем, учились, мы начинали там и «Белый снег», «Серый лед», и группа «Крови» у нас там была, и вот такие были треки. Ну, то есть ты в компании так нормально себя чувствовала, своих сверстников, я думаю. Ну, у тебя гитара есть, смотри, ноты знаешь, аккорды умеешь. Да, ну, замечательно. Костер, гитара, я туристом же еще была. Да ладно, да. А сейчас все уже, да? А сейчас уже... Уже все, уже одышка, уже там, ну. Ну ладно, не наговаривай, не наговаривай. Не, я просто думаю, ты скажешь, знаешь, ну, поскольку ты учишься в Академии Дулин, скажешь, с детства я слушал Ларису Долину, вот это мой кумир, там. Вот это, конечно, вы сейчас... На самом деле, ну, как-то в детстве, я не знаю, почему-то не интересовалась ее творчеством, а уже в таком зрелом возрасте я всегда знала, что это такая певица прям, ну, для меня это с очень сильным вокалом, очень мощной энергетикой, и когда, ну, так случилось, что мы познакомились с ней лично, и когда я на себе лично почувствовала эту энергетику и просто была, конечно, снесена. Давай с другой стороны заглянем. А Лариса Долина почувствовала твою энергетику? Там послушала эту песню, что сказала? Ну, мы с ней пели дуэтом. Так. И после этого у нее была пресс-конференция, на которой она обмолвилась обо мне тоже, что, ну, что я такой человечек, что, в общем, я молодец. Вышла на репетиции, все сделала. На концерте вышла, тоже все сделала. И, ну, для меня это, конечно, супер приятно. Ну, а вот это обучение в Академии Ларисы Долиной, что оно тебе потенциально может дать или уже дает, может быть? Уже дает, безусловно. Вокальное развитие — это 100%. Вот. У нас уроки проходят как онлайн, да, занятия, так как нам наставники сюда приезжают с Москвы, с Академии, и занимаются с нами индивидуально. Это супер мощная школа вокальная вообще. И там даже за... Там, я обучаюсь с весны этого года, и за это время, да даже там буквально пару месяцев прошло, и я прям почувствовала сама результат. И вокруг тоже люди говорят, что, ну, так выросло прям вообще. Какие-то у тебя за время обучения уже свои новые песни появились? За время обучения? Ну, ты поняла, что голос у тебя... Ты научилась этим инструментом пользоваться еще более как бы красиво, да, и убедительно. И, может быть, вот попробовала там что-то еще написать посложнее, там, я не знаю. Но так случилось, что я больше сейчас пока ориентировалась там на какие-то патриотические песни. Вот. И... Ну, так всегда у меня происходит. Я по чуть-чуть что-то там выкладываю. Но именно перейти там на какой-то другой уровень пока что еще этого нет. Но в моей голове это зреет, уже есть, да. Зреет. Ну, я знаю, какой это будет стиль. Я чуть-чуть хочу его поменять. Не знаю, получится, не получится. Буду пробовать. Это какие-то новые поиски будут. Но мы потом еще один концерт запишем, когда ты уже попробуешь. И посмотрим. Давай сейчас песенку послушаем, а потом вот то, что ты говоришь о песнях патриотического характера, это отдельная тема. Мы ее потом сразу после песенки отдельно обсудим. Хорошо. А сейчас какую? А сейчас какую хочешь. Хорошо. Thank you.
завещать тебе свои стихи. Все внутри перегорело, лучше уходи. Я тебе не доверяю, просто отпусти. Видела, как в моих снах мирились просто так. Говорил мне, что я дура, но и ты дурак. А на деле я неделю лишь ждала твой шаг. А за окном кружатся все те же листья. Навстречу мне несутся знакомые лица. Но только я совсем уже не та. Но только я совсем уже не та. Ты не сказал ни слова мне на прощание. Решил добить все чувства своим молчанием. Но я хотела слышать, что я не та. Просто хотел услышать, что я не та. Обещая океаны, ты спустил на дно. Песня как прощальное мое письмо. Надоело притворяться, больше нету сил. Я давно тебя простила, ты за все прости. И поверь мне, я смогу сама себя спасти. А за окном кружатся все те же листья. Навстречу мне несутся знакомые лица. Но только я совсем уже не та. Но только я совсем уже не та. Ты не сказал ни слова мне на прощание. Решил добить все чувства своим молчанием. Но я хотел услышать, что я не та. Просто хотел услышать, что я не та. Слушай, ну вот у тебя лирическая героиня, ты уже второй раз подряд, смотри, как про несчастную любовь поет. А я знаю, что в жизни-то у тебя немножечко все по-другому, у тебя личная судьба-то весьма себе счастливая, да, и для тебя вот эти, ну ты еще и патриотику исполняешь, и для тебя это, в принципе, личная достаточно история. Ну, все, что я пишу, это все, что со мной случается, все, что со мной происходит, все мои переживания, какое-то счастье, радость, грусть, печаль. Я все это пишу, от того, что это переполняет, все это выливается вот в песню. То есть все, что я выпускаю, это все прошло через меня. У меня есть песни, которые, например, я пишу для других исполнителей, тоже сотрудничаю, да, с вокалистами. Там бывают песни, что, ну, что-то прям на заказ. Вот. И тебе прям говорят, чтобы хорошо все закончилось. Сотри, забудь. Ну, нельзя же все время про несчастную эту любовь исполнять. В конце концов. Но у меня есть и про счастливую, там дальше будут. Ага. Вот. Но, не знаю, для меня это вот авторское все это творчество. Я считаю, что оно... Ну, вот если так у меня сложилось, ну, вот, ну, грустно было. Вот, ну... Пусть будет. Я вот за искренность, за то, что идет от души. А не то, что я сижу, слезы лью, значит, по ночам, а сама там тра-та-та, тра-та-та, как все хорошо. Нет, ну. ты просто смотри, нашим слушателям скажи сразу, что у тебя на самом деле в личной жизни все хорошо. Ну, слава богу. Что люди-то будут пугаться, за тебя переживать. Не надо. Да, ну так сложилось. У тебя парень твой герой. Давай так. Ну, мой муж уже, получается. Муж уже. Муж уже. Вот уже... Вы уже оформили, да? А все. Ой, да. Молодцы. Ну, я летала на Донбасс,
и в одну из творческих поездок мы узаконили наши отношения, сыграли там свадьбу в Донецком Шахтерске. Класс, класс. Вот. Не один раз ты там была, да? Четыре раза. Как, четыре тебя, как раза. Тебя ребята принимали? Ой, замечательно. Знаете, когда первый раз была моя поездка, наверное, из-за того, что она еще и первая была у меня поездка, прям отпечаталась очень сильно, и мы пели полный зал, значит, в ДК в Шахтерске бойцов. А после, значит, за кулисы мне принесли букеты, и один из бойцов процитировал строчку из моей песни, которую, ну, одну из песен, которую я пела, и там у меня заканчивалась песня, моя авторская, она называется «Дайте миру мир», и последняя строчка там: «Вы не дайте себя им сломить». И вот боец мне вручает цветы и говорит: «Мы не дадим им нас сломить». И у меня просто... Ну, конечно, это очень мощно. И тогда, наверное, я подумала, что, ну, наверное, стоит делать такие поездки, стоит посвящать этому часть своего творчества, стоит туда отдаваться. Мы можем такую песню послушать сейчас? Да, у меня есть песня. Она, ну, я чуть-чуть поясню, да, про что она. Она именно про то, что наступит этот день, закончится этот кошмар, придет мир. И это скорее про некую связь, которая существует между бойцами и между нами, которые здесь в тылу, которые помогают здесь словом, делом, да, кто шьет сети, кто шьет какие-то подушки, там, одеяла и так далее, кто материально помогает. И там, находясь, ребята, в зоне СВО, они все это чувствуют. И вот эта поддержка, она должна быть вот такая, наша вот эта работа, она должна быть слитная. И когда я говорю своему мужу там про это, когда он находился в зоне СВО, он мне говорит: я все это чувствую, абсолютно, всю поддержку, всю любовь, и если он один из них чувствует, я думаю, что так и большинство парней тоже это ощущают. Вот. И эта песня именно про это. Наступит день, когда ты не останешься врага. Не нужно нам в последний бой с тобой. Я каждый день молюсь за правду и святую Русь. Но пока в последний бой с тобой. Представляю, как на той войне ты стоишь в невидимой броне, сотканной молитвой и любовью. Мысленно в объятия облачу, что болит, о том я промолчу. Сплетены с тобой одной судьбою. Наступит день, силу всю отдать, если помогла бы устоять на пути твоем, где враг так близко. Хоть ты далеко, но в сердце я, пусть скорее закончится война. В мире этом счастье слишком зыбко.
Прекрасно. И музыка, и слова твои, да? Да. Спасибо огромное. Вообще очень впечатляет, я считаю, исполнение. И текст очень хороший, и аранжировка. А тебе аранжировки... Это Иван Брыжук помогал мне писать, да. И гитара там, вот слышали, там это все живые инструменты. Вот это мне помогает Александр Иллистратов. Вот он во многие мои аранжировки прописывает живые гитары. Вот это слушается, конечно... Очень классно он делает. Молодец. Ты сказала, что у тебя берут песни, да? То есть заказывают. Заказывают. Как часто? Ну, не очень часто. Выпущено, по-моему, там 3 песни. Но еще так дополнительно где-то куда-то, кто вот там не выпускает, просто для себя что-то хранит. Угу. Вот тоже есть там парочка композиций. А сама потом ты их исполняешь, нет? Нет. Бывает, я просто знаю случай, когда человек написал песню, продал, там вроде хорошо исполнили, а ему нравится, и вот он сам потом начинает ее тоже исполнять. Ну, вообще, есть песни, которые, ну, купили, то есть я как бы, ну, не имею права на них, да? Вот. Ну, давай волшебное слово «купили». Приносит это тебе доход определенный? Именно написание песен? Да. Я этим не занимаюсь на постоянной основе. Угу. Вот, то есть, и если какие-то заказы там есть, скажем так, то это там... Халтурка это среди... называлось, знаешь. Это среди своего какого-то круга. Вот. Ну, если попросят, напишу. Но именно авторство, я на этом не зацикливаюсь, как на доходе, потому что ну, для меня какая-то это очень личная история, и мне нужно очень долго сидеть копаться. Это прям для меня супер энергозатратно, хотя пишу я быстро. Угу. Вот. Но как-то, не знаю, не то чтобы я жадничаю. Вот, мои мысли я их как бы отдаю спокойно. Даже есть песни, я подарила 2 подружкам песни. Вот, смотрю, ну, хорошо сочинила, но вряд ли я буду это исполнять, потому что у меня вот на такую тему уже много всего. Вот, подружки в гости приходят, я там, о, смотри, вот это тра-та-та-тра-та-та, есть песня такая. Класс, я говорю, хочешь подарю? Да, давай. Все, так, выпустили уже песню одну. Вот, другая тоже там подружка приходит в гости. О, смотри, вот песня тра-та-та. Что там мне, говорю, как-то, что-то вроде и... Ну, вот, как-то. Вот, 50/50. А она говорит, да не, классная песня, мне нравится. Я говорю, ну, на, бери. Слушай, ну, а вот с другой стороны, тебе хотелось бы, чтобы тебе песни приносили? Вы знаешь, там сидит, я знаю, певица какая-нибудь известная, да? И вот ей там приходят авторы, приносят, говорят, возьмите, пожалуйста. Еще не знаю, там заплатят им денег. Нет, просто чтобы исполнила. У тебя вот как с продюсером? Мне предлагали много раз. Да? И да, и недавно тоже поступило предложение. Я думаю, ну, в принципе, можно посотрудничать. Но понимаю, что, наверное, это... Ну, это тоже много времени нужно. Это как отдельная какая-то проектная история. Вот, и я сначала вроде как бы согласилась, потом отказалась. Поняла, что времени у меня нет. Ну, или как? Или, может, тебя песня не зацепила? Нет, я думаю, что можно было там что-то додумать, придумать. Просто именно вот в авторском творчестве, в исполнении авторских песен, наверное, мне мое ближе. То есть это то, что через меня прошло. Вот. Поэтому, ну, поэтому как-то чужие песни, если только там кавера каких-то звезд, там где-то на корпоративчиках, это да, почему нет. Угу. Вот. А именно если мы говорим там про авторскую песню, то мне мое ближе, конечно. Вот, ребята, посмотрите, только свое поет Кристина Булатова, это здорово. То есть если мы говорим сахалинская певица Кристина Булатова, то мы имеем, так сказать, ну, в полной мере. Все, музыка, тексты, сама спела, вот просто молодец. Давай еще какую-нибудь песню. У тебя есть песня про счастливую любовь? Про счастливую есть. Да. Давай про счастливую. Давайте, послушаем. Она называется «По встречной». Отлично. Перестала доверять чужим словам. Я давно уже читаю по глазам. Но найти любовь непросто, ты же знаешь сам. Всем случайностям присущ один финал. Только в них найдешь, что так давно искал. Ты так точно прямо в сердце мне попал. Вдвоем по встречной мы знак бесконечность, и в мире только мы. Закрыть глаза и по годам с тобою улетим. Вдвоем по встречной мы знак бесконечность, и в мире
говорят, а мы молчим. Так легко бывает лишь с тобой одним. И сжигая все дотла, мы ярко вновь горим. Знаю, ты моя опора и броня. Я ценю тебя за то, кем стала я. Не устану повторять тебе о том, что я твоя. Вдвоем вовечной мы снова бесконечность. Есть в мире только мы. Закрыть глаза и по годам с тобой улетим. Вдвоем вовечной мы снова бесконечность. Есть в мире только мы. Закрыть глаза и по годам с тобой улетим. Замечательная песня про счастливую любовь. Единственное, надо понимать, да, друзья, помните, что это образ. Образ художественный. Это не значит, что надо нарушать правила дорожного движения. Это о том, как чувства, так сказать, из груди рвутся, да, да, переполняющие. Да, о том, что все правила не нужны, когда человек вот, ну, любит, да, не надо думать, он должен быть 182 сантиметра, он должен ходить на работу там с документами. То есть нашли человека, ваш человек, а, все, отбрасывайте, все. Это именно такой образ. Так, давай вот мы затронули буквально краешком. У вас же в семье-то не только ты там музыкальная такая. У тебя есть брат, который тоже отлично поет. Вы иногда дуэтом с ним работаете, да? Да, есть авторские тоже у нас дуэтные вещи. Есть у вас такое, что совместное творчество? Он тебе что-то написал или ты ему? Такого нет. Или вы вместе сели там за обедом там что-то? Давай вот такое сочиним. Ну, вместе мы писали. У нас есть песня, называется «Бегу за тобой». Мы ее писали вместе. Я написала всю песню полностью, отправила ему демку. Говорю, ну, послушай, вот нравится тебе, давай споем. Либо сочини свой там куплет, куда захочешь. Вот. И он мой второй куплет убрал и свой туда засунул. Ну и как, тебе понравилось? Лучше сделал? Да. Ну, потому что вот как-то у меня было непонятно в песне, то ли это хорошо все закончилось, то ли нет. И он мне послушал и говорит, так хорошо все закончилось или нет? Я говорю, ну, реши сам. У него все плохо закончилось. Но зато какая-то ясность. Вот она. У нас у женщин ничего не ясно. У мужчин все понятно. Да, ну да, нет, либо нет. Да, не, либо нет. Ну, абсолютно верно. Так, что сейчас будем слушать? Ну, давайте после такой веселенькой послушаем песню о любви. Она достаточно медленная, вот, но душевная. Давай. И опять напишу о любви. И опять напишу, но бывает. Вспомню нежные руки твои. Вспомню, как мне тебя не хватает. И опять напишу о любви. И опять растерпаню всю душу. И зачем только память хранит, что выбросить надо наружу. Вдохновлюсь той любовью, о которой уже не болит, от которой я больше не вою. Я опять напишу о любви.
любви. Я опять напишу им комок, все сомкну и любовь, и стихи, и повешу на сердце замок. Как от боли устав и сталью не став, открыть свое сердце, все внутри по местам раскладывай сам, с тобой не согреться. Слушай, вот твои основные площадки для выступления – это клубы. Ну, это все-таки танцевальная музыка, когда народ тут вечером собирается, там молодые люди, да, там пришли потанцевать. А вот нет. Нет? А вот нет. Мои основные площадки – это больше какие-то городские, областные мероприятия. Вот. Ну, если говорить про авторское творчество, очень часто сейчас... стала выезжать, ну, так скажем, за пределы острова. Вот, приглашают именно с авторской музыкой на различные форумы. Вот мы были осенью, например, в сентябре на ВЭФе, угу. Да, Восточно-экономический форум. Там в основном это мы исполняли наши авторские песни. Вот. Ну, а вот сейчас выставка проходит на ВДНХ России, там мы есть туда... Сахалинск, например. Да, ты выступал там уже? Конечно, ездили мы туда в ноябре месяце тоже с авторской музыкой. Вот, как-то, и очень классно, что так происходит. Сейчас на Сахалине вот идет именно развитие авторского творчества. Наверное, вот когда я только тоже начинала писать, несколько лет назад, ну, может быть, там года 3-4, вот, тоже как-то все стали писать, музыканты там, вот, аранжировки там делают на студии, вообще не пробиться, там такие очередины. Вот. И сейчас как-то все это подутихло. Но вот те ребята, которые вот остались, да, писать, вот это все продолжают вот в работе это держать, у них как раз это очень хорошо сейчас начало развиваться, начало поддерживаться со стороны именно правительства. Это вообще супер. Угу. То есть есть определенный круг, да, исполнителей, которые вот... Ну, вы между собой, кстати, общаетесь? Ну, общаемся. Вот я с братом общаюсь. Да, ну это понятно. Нет, ну общаемся. Даже тоже у меня был такой опыт год назад, получается. Год назад или два, ну, не помню, в общем, где-то так. Делала я квартирники в одном из ночных клубов и собирала именно авторов. Вот, мы делали такие квартирники перед всей вот этой тусовкой, перед началом, так скажем, да, такие у нас были лаунж-вечера. Угу. Вот, программы были небольшие, там, час-полтора. Ну, вот, собирала всех авторов, кого могла, кого знала. Тоже был такой классный опыт. Замечательно. Так, давай вот мы о чем еще поговорим. А ты не хотела бы там поехать на какой-нибудь конкурс в Москву? Ты знаешь, он сейчас активно на первом, на втором канале сидят люди такие, жмут кнопки, там на креслах крутятся, там, да. Вот такой тебе славы-то не хочется? Разве? Слушайте, ну... Выбери тебя Егор Крид. Ты будешь счастлив. Подождите. Подождите. Дело в том, что, наверное... Так как я с детства вот в этом во всем кручусь, для меня это как работа. Угу. То есть это моя профессия. И у меня никогда в голове не было такого понятия, что я хочу быть звездой, там, да, и хочу, чтобы меня все узнавали. Это приятно, конечно, когда к тебе там с автографом подходят, там, отмечают тебя где-нибудь в сторис каких-нибудь там, и вот я слушаю там песню Кристины Булатовой. Это безумно приятно. Вот. Но именно какой-то такой большой славы, чтобы я просто выдыхалась с этих гастролей, мне этого супер хватает. И вот в моем графике. Поэтому, не знаю, вот у меня нет какого-то стремления на вот там большую суперсцену. Есть, меня приглашают там вот в Москве, да, на ВДНХ мы выступали. Ну, классно, я выступила. Но я к этому ко всему отношусь как вот, ну, как моя профессия. Вот, то есть, ну, вот как учитель, наверное, вот учит детей. Он же не хочет стать всемирно известным учителем на большой сцене. Ну, иногда становится. Ну, и слава богу. Ну, давай мы еще какую-нибудь песню послушаем, а вы вот посмотрите, какая у нас учительница красивая. Вот, если можно, я тоже твою песенку где-нибудь там у себя ВКонтакте выложу.
Ладно? Да. Ой, это будет приятно. Все, договорились. Давайте слушаем еще песню. Отпускай, отпущу, перешагивай за край. Не с тобой идти ко дну, но сегодня наш дедлайн. Мы расстанемся сейчас, без истерик, слез и сцен. Мне не надо громких фраз, дай свободу мне взамен. Как же искусно я проживала роль своей жертвы, включу себе браво. Снова ошибка, снова истерика, только искренне в чувства тебе верила. Мы одиночки, это не лечится, нам суждено было, видимо, встретиться, чтоб зашивала сама себе раны. Нет, ты не думай, уже все нормально. Я больше не твоя, ты слышишь, больше не твоя. Случайными встречами видишь, как сильно тобой покалечено. Больше не будет звонков и обмана. Я выхожу из игры, я устала. Ты не готов, но я идеальна. С выбором фраз у тебя все формально. Ты сообщи мне, когда повзрослеешь. Знаешь, ты правда любить не умеешь. С одиночеством на ты, я с тобой и без тебя. Не пытайся нас спасти, каждый будет за себя. Но проигранный финал, дальше нам не по пути. Если только бы ты знал, мне хочется уйти. Я больше не твоя, ты слышишь? Больше не твоя. А крыши помнят меня, на них помнят, как всех других. Я больше не твоя, ты слышишь? Больше не твоя. Прекрасная песня. Знаешь, вот я даже хочу извиниться уже в рокерской майке. Я в начале программы думаю, ну, наверное, надо майку это мне с Ларисой Дольной какую-нибудь заказать. Не, все, я сейчас решил. У тебя мерч ты не выпускаешь никакой свой? Нет. Ну ладно, я сделаю сам, тогда я тебе подарю. Я сделаю майку с Кристиной Булатовой. Буду ее с удовольствием носить. Вот. Ну, потому что нет, я считаю, дальше как делить музыку там, вот, как ты говоришь, учился академическому вокалу, там, да, там есть эстрадный там вокал, есть рок-музыка. А музыка бывает, она... Либо хорошая, либо плохая. Вот либо ты хочешь ее в машине слушать, либо не хочешь. Там, или по утрам там в душе ты поешь какую-то песню, там, да, которая тебе нравится. И там неважно, это, там, что это, рок-н-ролл там, или какая-нибудь оперная ария. Вот. Кристина, спасибо тебе огромное, на самом деле. Не знаю, я просто вот по-хорошему порадовался. Пластинка у тебя будет когда-нибудь, скажи? Пластинка? Да. Хочется диск иметь такой, чтобы со вкладышем, там, где про тебя написано. Там, и вот я буду вот. Раздавать на ней автографы. Раздавать на ней автографы, да. Я думаю, сделаем. Давай, чтобы в ближайшее время она появилась, вот в наступающем году, там, в 24-м, да, чтобы она уже была. Вот. И очень-очень искренне хочется тебе пожелать, чтобы как можно больше народу тебя слушали, любили и рвались на твои концерты. Вот. А вы слушайте, дорогие друзья, «Южный квартирник», хороший проект, и слушайте обязательно нашу сахалинскую музыку. Видите, у нас ее много, у нас ее есть. И вот Кристина Булатова тому яркий пример. Давай еще одну песенку, и будем прощаться. Но до новых встреч. Конечно. Договорились. Отыскать на небе сотни тысяч звезд, фантазировать об этом, будто это все всерьез. Выбрать путь одной звезды и прочертить маршрут, осторожно направляя в те места, где ее ждут. А
твою историю любви. Только лучшие моменты в своем сердце сохрани. И закрыв глаза сейчас.